Что? Что я делал? Я пельмени делаю. Пойдем, покажу. Дома. В этом выпуске дома делаем пельмени. Нам по-любому нужно тесто. Да, тесто нам не хитрое. Нужна мука. Вообще можно просто тесто, мука, пишем. Там мука и вода. Яйца. Соль. Два пакетика травы. 75 ампул мескалина. Яйца. И огонь и вода. Короче, фарш, лук, чеснок. Лук, ну вот. Все, поели пельмени, не говори. Фарш. Слушай, у тебя есть вообще яйца? Яйца? Яйца, яйца. Ну, у меня как бы есть яйца. Достаточно? Сколько яиц? А сколько у нас яиц? Два всего нужно. Написано всего два. Нормально? Ну, у нас тут больше на всех. Это твои первые и последние пельмени. Ну, короче, делаем примитивные, обычные домашние пельмени. Да. Можешь с детьми посидеть. Погнали! Погнали! Мы идем за закупками, но, к сожалению, нужно маски одевать. О май гад. Давайте, кто зачем? Я возьму... Ты муку возьмешь. Я за фарш. Ты фарш возьмешь. Найдешь перчик? Попробуй найти перчик. В смысле, горошек? Да, горошек. К чему ты вот. Ну, а я поищу, что не хватает. One eternity later. Ну что, все успели? Распределение заданий. Я начинаю резать лук. Пока они моют руки, я уже все приготовлю. Ждешь, пока я начну плакать? Конечно. Это групповуха? Алексей даже не понимает, насколько им повезло. Сухо. Сухо? Нормально. Вам не кажется? Снимайте с краешку и в середину заворачивайте. Вот, вот так. Он не делает вообще ничего. Мы ждем лепки. И в середину туда. Ну что же, не фильм. Я буду в середину. А вот этот фильм. Это желудь. Это жопа. Это желудь. Как вчерашний час. Урых. Урых. Давай мясо, давай мясо. Мешаем, мешаем. Да все вымешаем. Чао, бамбино, плачет сеньорина. Фортуна, дай мне шанс, прошу. Надо перекусить что-нибудь до пельмешек. Пельмешки — это круто, конечно. Это не как осьминог. Осьминог — фишмайстер. Ссылка в описании. Муку. Муку будешь? Тём, помнишь, ты мяско кинул? Thank you.
Драйв. Улыбаемся и лепим. Ребятки, девчонки, залепливайте края хорошо, края, потому что они расходятся. Вот, 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 в